О, нихуя. Саня, ты пиздец едешь, бля, как на гироскутере. Патроны. To all my classmates who alienated me because I was different. To anyone who never gave me a chance. To the people who ignored me while I hid behind zeros and ones. Thank you. Наркоман, что ли? Сами вы наркоманы. Нет ты. Именно на этой позитивной ноте, да, мы начинаем сегодняшний эпизод. Добро пожаловать, это Snoring Cat Play, Злоктор До, Overdose и тот самый чувак, который играет в одиночные игры обычно, пока ему не подарят бесплатную игру на общак, типа. Если работа. Что, я уже давно не Overdose, блядь. А кто ты? Я Саня. Пройдите через комплекс и выйдите на дорогу к базе. Базу Рахам защищает автоматическая система ПВО. Добраться до нее можно только по земле. Сейчас, когда пустыня кишит ордами зараженных, нам нужно срочно найти укрытие. Да всем насрать. Саня долго не придумал. Да. Take cover and wait for Phoenix to draw the locals away. Вертолет тоже мыльный. Stay close, Tom. А еще знаешь, что еще мыльное? Another day in fucking paradise. Твое лицо по утрам. Да. Lot of action out here. Ну что так втопили? Подожди. Зачем? Быстрее надо просто быстро пройти эту неинтересную игру и домой спать. Пойти. Зачем спать, если можно не спать? Да, Денчик, ты же записываешь, блять, в игровом клубе, я же забыл, блять. А нам пох. У меня 5 минут осталось, пацаны. Я напоминаю, что нам еще надо этого профессора спасать. Да похер, он справится. У него очень внушительная лысина, я думаю, он справится со всем дерьмом. Ай, блядь, пацаны, на меня тут прыгнул пиздёныш, спасибо. Вот как он справится, если даже ты справишься? Но он в этом мире рожденный, он создан был для этого мира. Так что у него все обязательно получится. Для этого дерьма? Да. Он был рожден, чтобы сдохнуть ебучим ноунеймом. Сирена, что ли? Так, нам надо подготовить оборону. Ну я свой угол вроде минометами закрыл. А я не вижу больше никаких пушек, которые можно раскидать повсюду. Кто-нибудь в курсе, где брать продукты? Бля, помогите! Что случилось? Нет, тут яря. Всё, живи. Пошел ты в жопу. Да запарили эти, блин, блюдки. Все, запускайте. Да по ощущениям оно запущено, блять. Да какое это фигня еще? А минометы уже стояли здесь или их ты расставил, Саня? Я поставил. О, я вижу пулемет. Или что это? Аллах Акбар.
Эй, не все сразу, это когда... Меня-то за что? Это когда скидка в Ашане, понятно? На блендер, блядь. Да, примерно так выглядит Ашан, коронавирус. Когда... Это они за туалетной бумагой. Да, 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 за гречей, вот, главное. Ай, сука, пацаны, по-братски, от души кто-нибудь, тр-тркните его. Спасибо большое. Вол. А теперь меня спасайте. Спасибо. Блин, у меня патронов. Это пиздец чистой воды. Эй, 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 вы откуда тут? Блин, меня тут хотят схватить. Вы чё нахуй попутали что ли? Идите нахуй. Чё-то не так, пацаны, нам нужно собраться в кучу опять походу. Бля, Итан вообще никаких этих... Ну, в натуре стоит, сучара. Ну, просто тр-тркает и похуй ему, в принципе, в целом. А потом, потом у него статы больше всех будет. Где патроны? Так, подождите, пацаны, я подхилюсь. Давай. Кстати, Саня, подхилься, тебе бы не помешало немножко. Да, на... сейчас. Тебе это не напоминает никакой Resident Evil? Мне это Left 4 Dead напоминает. Не, ну в смысле, как он лечится. Ну, седьмой. Looks like that building will get us across. Zip it. Патроны. Stay behind us. Патроны точно берем. Building needs pest control. Бля, это так забавно, шёпотом это произнёс. Но он же сказал, need to be quiet. Нет, ты вот прям в ухо, не quiet. В ухо, как будто это внутренний голос. Такой, патрон. Ах ты пиздюк, блядь, не ори нахуй. Спящего дракона ты разбуди. Мы исполним только что неожиданно. Чё это было, Тох, на тебе напал кто-то? Да. Надо было кричать, чтоб мы прикрывали хотя бы тебя, не? Уже поздно. Уже ты отравлен, от да? Уже, да, от этого уже не спастись. Это значит наша последняя катка, да? Ну я все-таки не умираю. Так, нам надо взаимодействовать, пацаны. Надо, блин, подняться. Надо подняться наверх. Вон с той стороны лестницы. То а как для нее дойти? До нее дойти по этому мостику. Очень плохая игра, приходится эти дурацкие загадки разгадывать. И идти с места на место, как в торговом центре, когда пытаешься подняться на другой этаж. Да, да, полцентра надо обойти. Пацаны, давайте доберемся и подзаправимся немножко. Уу!
О, нихуя. Саня, ты пиздец едешь, бля, как на гироскутере. Смотрите, тут какие-то пушки есть, походу. Нет, здесь аптечка всего лишь. Цепляйте аптечки там, кому нужно, или вы уже съебали давно. Где, где, где? Ну, обратно тебе надо бежать, ты уже далеко от нее. Ладно, хуй с ним. Ну, вдруг она бы тебе пригодилась и не помешала бы в дальнейшем. Ну, так ты возьми, потом меня подлечишь. Посмотрим на твое поведение. Блять, бегу в вашу сторону, и тут зомби расстреливают прямо передо мной, это было незабываемо. Интересно, этого профессора можно убить? Ну, я думаю, мы его не сможем убить. You shall not pass, motherfuckers! Так, ну тут говорят начать бой, а у нас есть что-нибудь, то, что нам нужно поставить, включить, нажать где-то? Или начинаем бой и похуй? Я что-то нашел. О, тут мины, аккуратнее. Блин, давайте блядь, постоим тут, а? Давай. А давайте. Попрут. Не, локация красивая, кстати, да. Мне нравится. Ну да, лучше, чем Нью-Йорк. Воу! Я патрончиками все, затарюсь. Бык. Скажи, чтоб он не бычил. Все, сказал. Не бычь, сука. Бык, сука, не бычь. Вот дебил, блядь. Ему в детстве не говорили, не прыгай под раскаленный ствол. Я хочу большую пушку. Где же шутки про комплексы? Это уже каждый не... мужик хочет большую пушку, это нормально. Да. Даже если у тебя большой ствол, ты хочешь большую пушку. Блять, там с чем-то надо взаимодействовать. Где это дерьмо? Надо это, профессора, ребят, прикрывать. Доктора, сука, профессора, блядь. Ух, нихуя, смотрите, сколько их, блядь. Чё? Вон, на холм посмотрите. Ебать. Доктора прикрывать. Мистера доктора профессор Патрика. Шелдона Купера. Я мистер доктор профессор Патрик. Где мясо? О, ебать. И все это на нас, да? Мне патроны нужны. Они на заправке, бро. Станция. Ага. Ща. Иду. Кто-нибудь собирает автомобильные части, не? Самое прикольное, что когда одну собираешь, маячки падают. И меня это напрягает. Пацаны, тут кипиш. Около доктора кипиш. Все, бегу. Я иду взаимодействовать. Я тоже.
какой-то говной. Ой, щебеля, не пищи сюда, от тебя, бля, говной воняет. Итан вообще огонь, блядь. Почему все боты не могут быть такими? Итан лучший из ботов, да? Но... У меня такое ощущение, что он даже запчасти приносил, блядь. Серьезно, я 3 принес, а там уже почти все запчасти были на месте. Блядь, а где эта запчасть? Как до нее добраться? Да ёбаный рот! Как до нее добраться? Вот и я тоже не ебу, но 40 секунд, блядь. А потом смерть. А потом смерть. Ребят, ищите запчасти, а я прикрою пок. Блять, как до нее добраться? Блять, у нас 20 секунд. Тоха, 20, сука, секунд. Быстрее. Все нахуй закрыто, пиздец. Да. Блять, тут нигде не залезь, сука, блять. Бля, ну мы сейчас. А, все, я догнал. Тоха, 5, 4, блядь, где? Я несу. Орда тут, бля. О, все, ништяк, давайте, быстрее. Ох, успели, блядь. Блядь. А ачивки за это не дают? Ну, жалко, не дают. Блять, я потом на монтаже в замедлении посмотрю, как эти ублюдки разлетаются и, наверное, выржусь в голосину. Да нет, там... Чё там? Статичная вот эта просто моделька, бах, и все. Саня, ты пиздец убийца нахуй. Ну. Чё там? Да он везде первое место занимает. Итан пиздец убийца. Да. Ее, 7-й уровень. Heavy metal мне открылся, блять. ЗОЖ. Вот ЗОЖ полезный, кстати, советую. Он там 25 или 15% к здоровью дает. Ну так. Да, более полезный, чем охотник за головой. Ну я, короче, сейчас буду на оружие очки тратить. Ради бога. Что ж, это была очередная небольшая, но весьма эпичная серия. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и бейте в колокол, чтобы не пропускать новые эпизоды на Snorin Gameplay. Пау!